Они монтируют и пишут аранжировки, шьют театральные костюмы, сочиняют сценарии компьютерных игр, строят декорации. И это далеко не полный список. Молодых и самых талантливых должен найти первый национальный открытый чемпионат творческих компетенций Art Masters. Отборочные этапы состязания прошли летом, финал начался сегодня. Финальный этап. В нем 160 человек из разных регионов России соревнуются по 16 техническим и одновременно творческим специальностям. Художники по костюмам, по свету, по гриму, сценографы, режиссеры монтажа, дизайнеры смешанной реальности. Конкурсантам от 18 до 35. Этот конкурс для них – возможность профессионального роста. Вы находитесь в таком возрасте, когда нет нерешаемых задач, нет недостижимых целей, когда будущее, в общем-то, формируется только вам. Церемония открытия чемпионата – сплошной творческий эксперимент. Зрители здесь оказались на сцене, артисты Геликон оперы и ведущие, наоборот, в зрительном зале. Мы хотели, чтобы наши творцы и чтобы мастера своего дела, которые принимают участие в нашем чемпионате, почувствовали себя главными героями, чтобы они были на сцене, чтобы они смотрели на действия глазами самих артистов. Два тура конкурса были в онлайн-режиме. Третье финальное задание все выполняют очно. Художник по костюмам из Краснодара Элина Милоян 10 дней назад вместе с помощниками только шила костюм Василисы Прекрасной. А теперь перед нами готовый образ, созданный командой вместе с художником по гриму и артисткой Геликон оперы. Мы увиделись впервые только когда вот здесь непосредственно познакомились. Да, несколько дней назад. Очно. Я постаралась максимально быстро, кратко описать свою концепцию, то есть внутренний образ моей героини. Маша меня очень тонко, чутко услышала. Василиса премудрая, она и есть его. Во многих сказках царевна-лягушка, и по нашей концепции она еще является медиумом двух миров, мира человека и мира природы. Именно поэтому она недопревратилась, она находится одновременно в двух обличиях, в двух мирах. Лягушачью кожу Мария сделала из силикона, так что образ Василисы Прекрасной еще дополнится. Совместная защита проектов художников по костюмам и художников по гриму еще впереди. Этот Art Masters – первый чемпионат тех творческих специальностей, что за кулисами, за сценой, за экраном, но без которых невозможно зрелище. Людей таких профессий не хватает во многих регионах. С артистами еще худо-бедно как-то более-менее, то найти художника по свету, художника гримера, толкового звукорежиссера. Очень сегодня тяжело. Соревнования по разным специальностям продлятся еще несколько дней. Победителей ждут денежные призы, подарки и стажировки. Юлия Струкова, Сергей Скоридов, Новости культуры.